Мы сейчас в храме, в главном соборе Великой Троицы, вроде бы. В общем, сестра пошла ставить свечки. А я, в общем, не очень люблю это дело и решила прогуляться. Ну, такие люди спокойные, хорошие. Что меня удивило, это то, что много цветов, растений. Вообще редко как-то такое, где видела. Я, конечно, не много где была, но где я была, такого не видела. Сегодня минус 4, по-моему. Ну, достаточно тепло. Кто там щадит? Что за птица? Это видите? Вот еще какие-то нашла уроки мужества. Вот нормально, когда я включила камеру, солнце зашло.